Муравленковцы собирают посылки для защитников Родины. В акции принимают участие организации города, индивидуальные предприниматели и просто неравнодушные жители. Так, например, коллектив 6-й школы собрал и доставил в штаб акции «Мы вместе», расположенный на улице Губкина, 32, более 20 коробок с теплыми вещами, термобельем, шапками и носками, а также средствами личной гигиены. А ученики младших классов написали письма на фронт. Мы не могли остаться в стороне от этой акции, потому что только когда мы все вместе, когда мы объединяемся, мы можем преодолеть все усилия. И среди нас в коллективе есть мамы, сестры, родственники тех бойцов, которые ушли из города Муравленко. Хочется им всем сказать, чтобы они держались. Мы всегда о них думаем, хорошо думаем, ждем их обратно. Ну и, конечно, вот все, чем мы сейчас можем помочь, мы помогаем нашим бойцам.